Here we go. Каких вы знаете четвероногих охранников? Собака дом охраняет. А еще? Кошка может хозяина защитить. Я слышала, были такие случаи. Да, тому коту, который человека спас, воздвигли памятник. Почему о животных говорим? Снова в приют ходили? Без меня? Нет, хотела поговорить о внештатных сотрудниках музея. Какого музея? Эрмитажа, например. А при чем здесь тогда собаки? И кошки. А при том, что кошки и являются внештатными сотрудниками Эрмитажа. Вот, послушайте. Императрица Елизавета Петровна в 1745 году издала указ, согласно которому ей должны были прислать отборных охотников на мышей и крыс. С тех пор кошки там и трудятся. А мы почему об этом заговорили? А я на каникулах впервые в этом знаменитом музее побывала и столько интересного узнала. Here we go. Каникулы закончились, а приятные впечатления о них остались. Просматриваешь фотографии и вспоминаешь, как же здорово было гулять по роскошным дворцам, посещать театры, храмы, соборы и музеи. Красиво, правда? Это Санкт-Петербург. На зимних каникулах 45 губкинских школьников побывали в культурной столице нашей страны. Я, как вы уже наверняка догадались, тоже была в их числе. Этот город так меня впечатлил, что я хочу вам, уважаемые телезрители, рассказать о самых запоминающихся местах Санкт-Петербурга. С корабля на бал. Так можно охарактеризовать нашу первую экскурсию. 5 января, приехав в Питер, мы сразу же отправились в Эрмитаж. От этого великолепия были в восторге все. И те, кто впервые в музее, и те, кто уже не раз посещал эти прекрасные залы. Экскурсия на новогодних каникулах была не только приятной, но и полезной. Некоторые ребята в этом году оканчивают школу. Впереди выбор профессии и поступление в различные учебные заведения. В одной из них и была наша следующая экскурсия. Это представитель горного университета. Весь день она провела с нами и рассказала об истории учебного заведения, о том, какие профессии можно получить, обучаясь в вузе. А еще мы побывали в театре на представлении «Женитьба» Николая Васильевича Гоголя. Присаживайтесь. Что? Ничего, ничего. Ничего. Это что значит? Уж не женихи ли? С которых сторон набрала ворон? А? А тут все ворон нет, тут все честные люди. Гости-то несчитанные кафтанярщики. Да, а гляди на лед, на свой полет, попасть-то нечем. Шапка в руках, щит из круга. Твои, небось, разморозили. Вот это в кармане. Что невеста теперь делает? Одевается. Впечатления самые лучшие. После я дала себе слово, что каждый раз, когда я буду выезжать на каникулы, обязательно буду ходить в театр. А еще хочется сказать, что эта поездка навсегда останется в нашей памяти. Питер 2016. Мы не забудем. Here we go. Скоро весна. А весной в Губкинском что? Зима. Я имею в виду мероприятия, какие в городе проходят. Ну что за вопрос? 8 марта городской концерт. Всемирный день кошек. Снова животные? Мне надоело. Театральная неделя в Губкинском. Вот, я это и имела в виду. И что? А то, что мы будем принимать в ней участие. Кто это мы? Театральная студия нашей школы. Какую постановку покажете? Врун из 39-го царства. Here we go. Около 350 тысяч рублей за 5 лет собрали ученики 5-й школы благодаря благотворительным акциям. В прошлом году это был концерт. В этом решили показать постановку «Врун из 39-го царства». В зале «Аншлаг». Сколько же денег удастся собрать сегодня? С каждым годом участников этой акции становится все больше и больше. Все больше неравнодушных людей принимает участие в сборе средств и оказании помощи именно больным детям. Если человек помогает тому, кому трудно, то это, наверное, очень хорошо. А так как в нашей жизни сейчас очень многим тяжело, и особенно дети, когда болеют, это очень страшно. И, конечно, помощь – это очень нужное дело. Собранные деньги перечислены в фонд «Подари жизнь для детей, больных лейкемией». К тому же была оказана адресная помощь 7 семьям Губкинского, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Я пришла принять участие в акции, и чтобы сделать доброе дело.
Также мне очень понравилось. Все очень весело, интересно, захватывающе. Дети такие, они же болеют, и они такие же самые, как мы. Им же тоже нужна помощь. Некоторые родители же не могут оплатить операцию дорогую. И мы им помогаем. Тоже делаем их лучше, чтобы они тоже улыбались, как мы, каждый день. В спектакле приняли участие учителя и ученики, которые занимаются в театральной студии «Морошка». Костюмы, реквизиты, декорации также сделаны руками самих ребят. Днем – учеба, вечером – репетиции. Домой возвращались поздно вечером. И так на протяжении 2 месяцев, говорят актеры. И это правда, ведь я тоже принимал участие в спектакле. Моя роль – хитрый советник царя. Предлагаю посмотреть мою игру и оценить наши хореографические способности. Любая постановка – это много усилий, времени. Вот главное – времени. То есть мы здесь днюем и ночуем в школе во время подготовки. Но это у нас все проходит в такой атмосфере улыбок, смеха. Дружно. Мы все друг друга любим, уважаем. Поэтому это очень, очень, с одной стороны, легко, но, конечно, это тяжелый труд. Великолепная игра слов, смешные диалоги. На протяжении всего выступления с лиц зрителей не сходили улыбки. Весело, смешно. Получила кучу позитивных эмоций от этого спектакля. Очень смешно, очень хорошо наши учителя сыграли. Молодцы все актеры. Нам всем очень понравилось. Еще раз увидеть эту постановку губкинцы смогут весной во время проведения театральной недели. Но вернемся к главной цели, ради чего и был организован этот вечер – благотворительность. В этом году удалось собрать 31 тысячу рублей. 10 тысяч решили перечислить на содержание животных в губкинский приют «Доброе сердце», а еще 21 тысячу рублей вновь в фонд «Подари жизнь». Алена, Эдик, Настя, вы отлично сыграли, и другие ребята тоже. Театрально поступать будете? Не исключено, не определились еще. А я точно знаю, что буду журналистом. Тогда тебе не помешают советы наших выпускников, нынешних студентов. Здравствуйте, вы смотрите рубрику «Вечер встречи выпускников». И сегодня мы встречаемся с выпускницей 4-й школы, выпускницей заслуженного ансамбля танца Российской Федерации «Северное сияние», нашей коллегой и на данный момент студенткой Тюменского государственного университета Института филологии и журналистики Линарой Визатуллиной. Линара, здравствуй. Здравствуй, Эдик. Ну, рассказывай, как тебе твоя студенческая жизнь? Студенческая жизнь, это, конечно, очень замечательно. Это, как говорится, ну, это правда лучшая пора, наверное, в жизни человека. Вообще, есть какие-то отличия между школой и именно институтом? Школа – это, ну, беззаботная жизнь, а студенческая жизнь – это уже более серьезная. Тут ты уже учишься, ты пытаешься, ну, ты уже получаешь свою профессию, тут уже как тебе… Не игрушки, все серьезно. Получается, ты учишься на телевизионного журналиста, и, насколько мне известно, ты уже начал проходить практику. Где ты ее проходишь? Сколько у тебя уже было репортажей? На данный момент я прохожу практику на Тюменском областном телевидении, зал Сибинформбюро «Тюменское время». Но я не упускаю никакой возможности. Как находится свободное время, так я сразу бегу на репортажи, на съемки. Мне это очень нравится. Но вектор отличается тем, что тут мы как, ну, просто ученики, нам тут легче, нам тут помогают. А там ты сам, ты самостоятельный. Тебе дали работу, ты ее делаешь. А потом еще и монтируешь. На векторе такого не было. Расскажи о том, что наиболее тяжело, наиболее трудным для тебя является при учебе. На первом семестре трудно все. Тем более я долго журналистикой так не занималась. Вообще поделись опытом и расскажи, как проходило твое поступление. Мне из всех моих одноклассников, мне, наверное, поступать пришлось тяжелее всего. Я писала сочинения в жанре корреспонденции. Для меня это, конечно, было тяжело, но навыки, вот, которые за это время заработала на векторе, они мне очень пригодились и помогли вот, в написании именно сочинения. Я как бы без затруднений написала и сочинение, и собеседование прошла, вот и все. И сейчас, слава богу, являюсь студенткой этого университета.
Есть ли какие-то у тебя пожелания, напутствия, советы нам, ребятам, которые занимаются в молодежке? Вообще, на чем сейчас нужно акцентировать свое внимание, чтобы в будущем поступить? Конечно же, главное – это учиться. Учиться и еще раз учиться. И вообще, ребятам хочется дать совет. Если уже выбрали, куда вы уже решили поступать, то надо делать все для того, чтобы достичь своей цели. Вот я выбрала факультет журналистики. Я пришла на «Вектор». Я вот, ну, как могла, старалась, я посещала, каждый раз приходила. При поступлении мне это очень помогло. Поэтому, ребята, при любой возможности посещайте молодежку. Вам это поможет. В завершении нашей дискуссии, скажем так, расскажи о своих грядущих планах. Вообще у меня в планах, ну, дальше также проходить практику на Тюменском областном телевидении. И вообще у меня есть мечта стать замечательным культурным обозревателем. По-моему, вполне прекрасная мечта, тем более, что культура – это и мое любимое направление тоже, скажем так. Ну, Ленара, спасибо тебе за нашу замечательную беседу. Ну и давай пить чай, вам пока спасибо. Он не остыл. Давай. Предлагаю сходить в кино. А что там, новинки? Новинки обычно показывают после 10 вечера. Но так поздно, гулять запрещено. Почему? О комендантском часе слышала? Хочешь, чтобы родители штраф платили? Я не знала. Незнание закона не освобождает от ответственности. Надо бы право получить. Как выучишь, сразу на Олимпиаду. Какую? По праву, конечно. Here we go. 11-классница Анастасия Назарец мечтает стать дипломатом. Многие дисциплины, которые девушка будет изучать в ВУЗе, будут связаны с изучением права. Поэтому Настя и еще две губкинские школьницы, победив в городском этапе Всероссийской олимпиаде по праву, вновь приняли участие на региональных интеллектуальных состязаниях. Готовясь к этой олимпиаде, ну, ученики приобретают полезные навыки, потому что там такие общие вопросы, которые нужно знать каждому гражданину по праву. Правила проведения олимпиады строгие. Я бы их даже сравнила с требованием по сдаче ЕГЭ. В класс с собой можно принести только паспорт и черную гелевую ручку. Все остальное, бланки с заданиями, титульные листы и черновики, предоставляют организаторы. Запрещается пользоваться любой справочной литературой, карандашами, синими ручками, также сотовыми телефонами, ну и всем остальным. Как отмечают ученики, задания на городском этапе были намного сложнее, чем на региональном. К слову сказать, в прошлом году в Губкинском никто из ребят не участвовал в олимпиаде по праву на региональном уровне. Были одно достаточно сложное задание с такими словами, которые я даже, ну, не встречала никогда. Вот это было интересно, потому что эти слова теперь я узнаю дома, и будет новое что-то. Результаты олимпиады можно будет узнать на сайте Департамента образования в середине февраля. А сейчас моя очередь пригласить вас в кино. Вот программа сегодня. То о животных, то о кино. Что там в кинотеатрах новенького? Я знаю. «Кунг-фу панда 3». Этот фильм как раз будет скоро в эфире. Все о новинках нам Таня обещала рассказать. Здравствуйте! В эфире рубрика «CD-прокат». Меня зовут Татьяна Выхристюк. В этой рубрике я поделюсь с вами новинками мультипликационных и художественных фильмов, которые выйдут в эфир в 2016-м. Итак, приступим. Первая история про очаровательную, да прижелательно немного странную синюю рыбку хирурга Дори. И картина так и называется «В поисках Дори». Главная героиня страдает провалами в памяти. Она упорно стремится избавиться от своего недуга и найти свою семью. Что же ее ждет, вы можете узнать уже в этом году. Я что-то помню! Этого не может быть, правда? Так, я увидела картинку в голове того, что видела раньше. Если я сказала слово «раньше» — это, значит, я что-то помню! О чем это я говорила? Вторая история про четверку лучших иллюзионистов мира. Название фильма «Иллюзия обмана 2». Команда снова в сборе. Их магия стала еще совершеннее, а враги опаснее. На этот раз им предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого магната. Новые приключения иллюзионистов можно будет посмотреть уже в апреле. Смотрите внимательно.
Следующая история про отважную панду По. В этом году стартует третья часть мультика «Кунг-фу панда». Приключения панды продолжаются. Главному герою придется сражаться за свободу и защитить всех дорогих ему друзей. Для этого необходимо будет обучить семейство панд мастерству кунг-фу и показать, что есть силы, которые способны победить врага. Это будет непросто, зато весело. Ого-го! А ты дома, сын. Ты совсем-совсем как я, только маленькая. А ты как я, только старенькая. О, он такой лапочка. Я жива! Следующая лента, о которой хотелось бы рассказать, про загадочную девушку. Название фантастического фильма «Алиса в Зазеркалье». Она возвращается в причудливый мир подземелья и совершает путешествие назад во времени, чтобы спасти безумного шляпника. В фильме будут присутствовать как старые классические персонажи из рассказов про Алису, так и совершенно новые герои, такие как Время, который выглядит и как человек, и как часы одновременно. Также появится возможность познакомиться с отцом шляпника. Удастся ли Алисе спасти своего безумного друга, узнаем летом. В страну чудес она вернется. И время не изменит ход. Время, джентльмен? С ним лучше не ссориться. Пожалуйста, спасите шляпника. Милая, твое время вышло. Кажется, все плохо. И последняя история на сегодня. Ледниковый период 5. Белка в погоне за своим чудо-орехом оказывается выброшенной в открытый космос, где она устраивает ряд космических происшествий. И теперь над миром ледникового периода нависла угроза. Чтобы сохранить безопасность, всеми любимые герои вынуждены отправиться в путешествие навстречу новым загадочным приключениям и ярким знакомствам. Получится ли мамонту Мэнни и его друзьям избежать опасности? Судя по трейлеру, конец истории должен быть счастливым. Смотрите, звездопад! Ух ты! Догадай желание! Скорее! Срочно! Догадай желание! Ого! Мое желание сбылось! Я живой! Мое тоже. Я уверена, что вы оцените шикарную графику и острые сюжеты этих фильмов. С вами была Татьяна Выхрестюк. До свидания и до скорой встречи в рубрике «Сиди прокат».